Кусаки просто обалдели. С какими толпами они ко мне бегут. Ну ладно, эти края у меня еще защищены, более-менее. Здесь как бы претензий нету. Так, надо нам все-таки начинать строительством заниматься, более-менее поподробнее. Так, ну здесь мы скоро все добудем, в принципе. Стен у меня уже достаточно. Можем пойти поколваситься немного. Патронов, в принципе, хватает. Ну, не намного, но хватит. Опять же, можно купить, чтобы она нам патроны делала. Патроны будут у нас. Один. Патрон в секунду, да? Стоит ли это сейчас брать? Вот в чем вопрос. Хотя возьмем. А, мы можем обычный взять. О! Тогда берем обычный. За какое время у нас будет один магазиней? Уже появился. Халява есть халява. Да, тут, конечно, железом бы надо быть поаккуратней. Ладно, пошли-ка поставим немного стен. Патроны там производятся потихоньку. Должно все ухватить будет. Надеюсь. Так, ориентировочно. Сколько мне еще понадобится здесь места? Вот так, если смотреть, мне еще одна нужна часть. Ох ты ж, блин, там толпень собирается. Здесь по-любому нужна часть. И туда, вот правильно, сюда. В принципе, я думаю, мне должно такого расстояния хватить. Да, должно хватить для моих всех целей. И пошли мне там выламывать мозг. Так, ну еще стенку одну хватит. Мне надо срочно закрывать эту стену. Иначе будет трындец. Я бы вот так вот еще одну стену поставить, чтобы загородить немного. Че? Да, вот тут мы сейчас перегородим, и уже будет намного лучше. Теперь надо снизом будет разбираться, а вот снизом как разобраться. Вот, блин, застой, отстой. Здесь надо будет еще по-любому к минимум одну стенушки пидарить.
башни там поставим пока все. Слишком большое количество прет. Наверное, несколько печек бы поставить, да железо начать подкрапчивать. Да, давай так и сделаем, в принципе. Так, потому что у меня железа не хватает. Где моя печка вообще? Ты умеешь штамповать? Только с очищенного. Какая прелесть. Харя не треснет? Это с пыли делает. С трех измельченного сапфирита. Ну, в принципе, ладно. На первое время пойдет и так. Годится. Тут плохо уже. Свинец не могу расходовать. Пошли. Хоть немного железа-то возьмем. А то прям, мягко выражаясь, беда бедовая. Да знаю, где это. Так, тут без патронов. Неудобно выходить здесь с транспорта. Перезировали чуть-чуть, но это чуть-чуть. Патронов от этого, блин, больше не стало. Так, и у нас сейчас такой момент идет, что пора нет. Свинец потом еще что поставлю тоже на переплавку. Так, чуть-чуть стабилизировали, конечно же, но это ненадолго. Где у меня бонус сол здесь вообще? 60 тысяч надо. Без разницы, какие патроны.
Я сделал так, что тела кусак пропадают практически сразу, чтобы они не копились. Тоже упает жрёт. И то не кисло. Летим обратно к нашим там. Там химическая лаборатория, если я правильно помню, да? Правда, почему опять же не электрическая? Это вот вопрос тоже хороший. И да, с потрошками пока беда. Беда бредовая. Разобрались с энергией, с патронами пока не можем. Какая, блин, прелесть. Да, потихонечку мне падает эта хренотень. Это, конечно, хорошо, но ее мало. Патроны бы уже лучше заменять, более продуктивную. Так, ладно. Так, ладно, любят меня поотвлекать. Там, где, блин, не надо. Да, эти патроны, конечно, хоть и медленно идут, но идут. Ну, хотя, в принципе, пока нормально. Полетели, еще одну секцию стены поставим. Стену надо завершать по-любому. Хочешь, не хочешь, а надо бы, но. Мне еще хватает, но мне не хватает, блин, патронов. Злобная зараза какая. Так, почему у меня здесь так медленно все производится? У меня вопрос такой скромненький. Вроде здесь штампуется хорошо. Давай-ка подумаем. У нас здесь, я планирую внизу, так сказать, аттракцион сделать. Тоже гады хитрые. Получше. Но здесь-то надо как-нибудь перекрывать, но если вот так вот сделаю, давайте посмотрим. Маленькое расстояние будет. Минимум еще одну секцию надо ставить, да?
Здесь и не две. Ладно, пока хватит, в принципе, одной секции. Топами делают, ой-ой. Блин, со всех сторон окружили. Так, мы, в принципе, здесь отбиваемся, там отбихачиваемся, да? Энергия все в порядке. Здесь сверху будут. Если даже делать топливопровод. Мне бы желательно еще одну секцию стены поставить и отхватить кусочек побольше. Что вот так и вот так вот провести бы. Да, так и будем делать. Так и сделаем. Тут без вариантов. А территория мне нужна. Тут еще и с конвейерами заморачиваться, это, наверное, не знаю. Чокнуться можно. Я говорю, я не гуру этой игры, чтобы такое вытворять. Крошки. Стены у меня есть. Там должно было подплавиться немного. Играть становится сложнее. И то в разы. Так, вот этого должно хватить, но стоит ли мне его здесь делать? В принципе, угольную станцию я здесь тоже хочу построить. А толпы идут. Ладно, сейчас это не важно. Удобно. А, так его это снабжает патронами, я понял. И ты его снабжаешь патронами, получается, это как считается турелью, что ли? Да, вот в чем прикол. Понял. Не ожидал такого поворота событий. Так, 92 мало. Отправляемся. Пошли-ка мы прикупим железо. Делаю потрошек, чтобы хватало хоть. Выбора нету. Спрашивают, зачем Black Market нужен. Вот, пожалуйста, покупаем, блин, железо. Угадал. Все,
Сейчас мы сможем все спокойно растормошить здесь. Те два косаря патронов — это не слишком много. Но помимо всего прочего еще и стены сделаем. Так что будет порядок. Вопрос в том, сколько я смогу здесь продержаться под таким-то натиском. Вот тут у меня дерево. Не кисло. Хватит. Хотя, может, еще на 2-3 хватит. Что они, конечно, прощупывают мою оборону и атакуют слабые точки. Это как бы типа здорово, но, блин, имбово. Дерево мне пригодится. Да, вот пока маленькие есть вот эти вот, с ними, конечно, проблем не оберемся мы. Да, еще одну секцию хватит. Ну, по идее, будет нормально. Патронов уже нет. То есть 4 секции построили, даже 5. Ну это хорошо. Мой тут уровень повышается, мне хоть это, в принципе, блин, и интересно, но не настолько, чтобы очень. Так, здесь готово, там готово. Все вроде хорошо. Так, стены гибридные, которые, они с саморегенерацией. Вот почему я хочу поставить. Самостоятельный ремонт. Здесь щиты защищают, там самостоятельный ремонт. Было бы идеально. Я смотрю, они мне очень сильно не дают копать кротину. Чего им так не нравится в нем?
потрясающий, как будто он им не нравится. У него-то много хоть осталось? Скорее всего, нет. Так, его осталось 960. Нет, нормально. Здесь еще нормально. Подбиться. Ну, хотя сапфирит — это железо, в принципе, в других я тоже смогу найти железо, это не такая большая проблема. Давай-ка еще одну секцию стены мы закрепаем здесь. А вот стены у меня очень. Уверен, что получится. Пробку не цапнули. Так, надо радары доставить. Да, пока еще слабенькие, потому что когда потом пойдут посильнее, будут пожарче. Одну секцию должно хватить, да? Ну, ориентировочно, да. Давай попробуем. Да, здесь мы будем делать какую-нибудь угольную такую хренотень. Чтобы уголь добывался. Жесть какая. Хоть и держит, но с трудом. Сколько там осталось стен? Ну, такого количества стен мне явно не хватит. Вот теперь точно мне их не хватит. Так, нужно радар установить. Пошли закруглять углы. Устанавливать радары. Так, для начала. Раз, два, три, четыре. А неплохо здесь у меня получается устройство. Вот здесь радар-то мы его втыкаем, да, получается? Сейчас я тут... замучу все-таки стенку. А. Угу. Так, еще радар тут увидеть. Радар, ты где? Так, увеличиваем. Так, мне опять пошли что-то сносить. Какая прелесть. Пойдем сейчас чинить, что еще могу сказать.
Так, порядок. Блин, рядом с нами их гнезд нету. Они аж оттуда сдали пруд. Жесть какая. И пруд это мягко сказано. Они сюда толпами горцуют. Как будто им, блин, здесь медом намазано. Ай, пошли железо возьму. Сталь, в принципе, буду сейчас копить. Вроде более-менее все в порядке. Что они где снесли, надо посмотреть. Я, по идее, нигде не должен ничего были снести. А, я понял, где это было. Либо здесь. Нет. Когда же эту хрень докопают? Ёлы-палы. Вот партизаны хреновы. Это не кусаки, их надо было назвать партизанами. В любом случае. Просто тупо партизаны, реально партизаны. 6. Нет, аж надо было такое удумать, блин. Кусает что-то. Лишь бы что-то откусить, что-то отхапать, оттяпать от тебя кусочек. Блин. Полетели по трошке, выложим. В принципе, ну да, мы тут стены еще ставили, плюс надо не забывать. Ну, по патронам, я думаю, я смогу здесь как-то отбрюхатиться. В принципе, в общем целом. Так, мне нужен еще один слот. На еще один слот у нас нужно 60 тысяч, да? Или 50, а нет, 60 тысяч, да? Продать как-нибудь можно. У меня получается 80, да? Ну. Для начала ставим вот эту вот ботву. Плюс энергия еще будет. Global Repair есть у нас. Inventory слот. Этого пока мне хватит вполне. 55 набирать не буду. Продаются они в ту же цену. Можно еще купить, в принципе. Вот так вот. И будет намного надежнее. Я, конечно, понимаю, что это ерунда. В принципе, в общем целом, но патроны мне сейчас будут важнее. В первую очередь. Конечно, с этими патронами я смогу только что-то сделать. Потому что без них, мягко сказать, будет хреново. Так, ладно, запасы пока готовим. Вот это они тут разрослись. Ёшкин ты, матрёшкин ты, посмотри только. Это жесть. Ох ты ж твою налево. Вот. Это да. Вот это, я понимаю, старая добрая факторка.
толпы монстров, просто толпы. Партизаны бегут опять. Плюющиеся, если я не ошибаюсь. Гады плюющиеся, ненавижу их. Ну ладно, что ж я могу сказать. На этом, в принципе, я серию закончу. Такая была серия «Пытаемся выжить». Нападения, конечно, здесь усиливаются. В принципе, и денежка мне тоже хорошо капать начинает. Ну ладно, будем пытаться что-то тут из себя изобразить. Всем удачи, всем пока.